Всем привет, друзья, меня зовут Олег, и мы проходим дальше, это Far Cry 3. Ну что, Бак лежит, загорает, или уже не лежит? Все, его уже нет, он уже сдымил, так что наше задание нырнуть в это озеро. Давайте попробуем. Очень эпично это, кстати, было. Такой прыжок веры. Ну что, наше задание, опять же, найти теперь... Как-то тут какой-то проход должен быть, да? Смотрите, как туда. Подняться будет без спецоборудования очень-очень тяжело. Но тем не менее. Я думаю, у нас все получится. Фонарик мы пока не включаем. Где-то здесь, да, проходик? А хотя мне кажется, что вон там. Но я посмотрю сначала во всех... со всех сторон это дело. Так. Можно подняться. Можно, но давайте посмотрим, что у нас здесь. Угу, вот как он прыгает, я теперь понял, потому что раньше как-то не получалось нормально прыгнуть. Как-то он только что прыгнул, я что-то нажал, я держал shift, держал пробел. Может, надо... Не-а. Ну, ладно. Хрен с ним, в принципе. Так, значит, наша задачка... Найти проход. Давайте я поднимусь, наверное. Может, тут такая возможность предусмотрена. Я думаю, подняться можно. Поднимайся, Джейсон, поднимайся. Посмотрим, что это нам дает. Так, вот проходик. Я-то думал, где-то под озером. Я бы на месте разработчиков, наверное, так и сделал. Ох, класс. А что у нас тут, интересно, надо посмотреть. Мы туда можем в любой момент, в принципе, направиться. Так, очередной какой-то алтарик, давайте посмотрим. Найдите вход, найдем мы ваш вход, но прежде надо забрать реликвию, обчистить все. Как-то это, да, странно прозвучало. Ладно. 7 из 120. Ну, как говорится, ни много и ни мало. Так, я заблудил, ага, вот сюда. Темновато здесь, довольно классно, кстати. Такая, знаете, сразу таинственность. Так, используем, посмотрим, наконец-то. Мы компас собрали, теперь надо найти его гробницу, сокровищницу, забрать то, что надо Баку, надо ему этот кинжал. Но самое интересное, что, возможно, дальше нас поставят перед фактом. Сделать выбор всей своей жизни. Либо отдать его Цитре, либо отдать его Баку и спасти тем самым нашего корешка. Угу. Так, что тут есть? Деньжатки. Это если труп, что-то непонятное, труп это или нет, но оно уже окаменело до такой степени, до неузнаваемости. То есть понять, сколько он тут лежит, даже примерно невозможно. Мне почему-то кажется, что не одну сотню лет, потому что сюда вряд ли кто-то спускался. И будет очень странно, если мы сейчас найдем... Что они тут делают? А? Бак, что ли, навел? Блять, да, как-то странно это. Так, у меня прокачана возможность как-то прыгать и... выносить, но почему-то сейчас я... Тихо. Блять, сагрил. Тихо. Мы сагрили, к сожалению. Опять же, из-за моей халатности все так получилось, ладно? Давайте подожжем их, чертовой матери там. Отлично. А осталось только собачек. Отлично, собачки тоже утихомирились. Но где-то еще какая-то сука гавкает. Попадите внутрь усыпальницы. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. А, ублюдок, сейчас я понял. Давайте подожжем его. Это ненадолго отвлечет его. Все, он уже горит, смотрите. Оживляй, где он, сука, я горю, блядь. Оживляй. Так, тихо. Не, ребятушки, мне надо мой пулемет. Надо обязательно. Так. А, взрывчаточка. Смотрите, можно собаку... Снять шкуру с собаки, а с таких собак мы еще шкуру не снимали. Шкура собаки.
Так, вроде бы все. А здесь чисто, давайте посмотрим. Я не буду это взрывать, я не хочу. Хотя я так понимаю, что можно было бы. Но понимаете, в чем дело? Если бы я убил его бесшумно, допустим, вот этого убил бесшумно, этого здоровяка бесшумно мы бы не убили. В любом случае, пришлось бы наводить тут шумиху. Собаки, видите, они бы у нас учуяли, в любом случае собака бы нас учуяла. И что бы вы ни делали, по стелсу, я думаю, что это нереально. Так, пуколки мы забрали, а давайте обчищаем их дальше. Давай, денежки! 6 баксов. Грешно не забрать 6 баксов. Да, как же без деньжат-то? Так. Тихо. Идет как говна, набравшие штаны. Чудесно. Чудесно. Так, хорошо играть, когда ты уже более-менее прокачан. Плюс у тебя есть некое преимущество. У тебя ведь есть татау, а у них ни хрена нет никаких татау. Жалко, что нельзя, вот когда близко подбегаешь, тоже убивать их с ножа красиво. Приходится только так. Так, давай, забирай денежки, не? Давай. В ритме танца. Так, броник, отлично. Что у нас еще есть? Честно говоря, вот к середине игры вот это вот шмон, то, что мы делаем, он уже порядком надоел. Я уже говорил это, поэтому я не всех буду обыскивать. Так, выборочно. Так. Ох ты, мать твою. На, сука. На, падла. Так, ну что, с этими мы расправились. Тут вроде бы тихо. Тихо. Так. Бегаем, потому что не хотелось бы поджечься. Кстати, пулемет очень быстро перезаряжается. Я думаю, что это его большой плюс. Чудесно. Ну все, ребятки, можно идти, я думаю. Там более-менее спокойно теперь. Так, что у тебя, тварь? Смартфон у него был. Представляете, интересно, за сколько можно продать смартфон на этом острове? Я думаю, баксов 20, наверное, не больше. Опять же, баригенов удивлять. Так, идем. Опа. Ага, вот оно как быстро. Я, кажется, понял. Как это быстро шмон делать? А, так, нас по-прежнему ищут. Давайте я. У-ху! Отлично. Да. Не-не-не-не, забери. Забери обратно. Как-то у меня получилось только что. Я... Угу. Как-то... Я зажал Е, получается. Угу, вот так вот. Так, зря ты его перезаряжаешь. В принципе-то патроны есть, поэтому можно не париться. А это убитые, смотрите. Я думал, живые, но это убитые. Я уже хотел по ним стрелять, на самом деле. Давай, Джейсон, давай, детка. Так. У нас и жизни мало. Доберитесь до горячей воды по лесам. Попробуем добраться. 7 баксов. Молодец, Джейсон. Представляете, сколько за всю игру он так вот обобрал этих бандитов. Это забавно довольно-таки. Так. Ну что, аккуратненько. Вон, видимо, это горячая вода. Угу. Я туда не пойду. Как он заметил нас еще, да? Я его лично не вижу отсюда, а он нас заметил. Отлично. Стоп!
давай, сделай что-нибудь! Так. А я так понимаю, что лучше в эту воду не падать. Ладно. Учтем этот момент. Так. Угу. Тут даже кислота, видите, это полная жизнь, друзья. Так. Опять чьи-то ключи. Я так понимаю, что, видимо, ценится просто как металлолом, наверное. Что-то у меня такое впечатление. Так, забираем. Какой ужас. Доберитесь до горячей воды, выполнено. Ой, ой-ой-ой, тихо. Какие-то как гейзеры, да, похоже. Ой, это плохо. Так, ну вроде бы все. Тут покончено. Главное было того с РПГ вынести, а дальше уже дело техники. Так, там есть аптечка. Давайте заберем. Вроде бы как медкит, если не ошибаюсь. Тихо, 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 тихо. Ой, сколько их там? Надо всех пометить. А у меня есть оптика, так что... Мы их быстро вынесем. Так. Ох, они тоже скользят, видите, как и Джейсон тоже. Используют те же приемы. То есть хорошо, когда враги используют против тебя такие же приемы, как и ты используешь против них. А с такими врагами хотя бы интересно воевать. Бля, не могу попасть. Хоть убей, блядь. Вот. Удачно я все-таки прикупил оптику. Да я, в принципе, не покупал. А удачно то, что я ее взял с собой. Вот так будем выражаться более правильно. Так. Да-да-да, по кислоте ходим и немножечко здоровье-таки забирает у Джейсона это дело. Так что надо быть впредь очень аккуратными. Ну, дорогой мой, давай. Мы с тобой должны найти уже этот гребаный кинжал и добраться, куда нам там надо. Блин, не получается. Как-то у меня получилось два раза. Быстро их обыскать. Нож теперь мой. Угу. Они не могут же это дело открыть. А у них же нету компаса, а компас у нас служит еще и ключом для всех этих дверей. Так. Мне уже чисто, знаете, самому интересно. Будет очень эпично, если внутри этой гробницы мы Бака встретим. Это будет вообще эпик. Откройся. Так, ладно. Ох ты ж, мать твою. Какой крайзис, друзья? Какие джунгли Нью-Йорк? Я вас умоляю. Вот. Вот это первозданная красота. Как просторно. Угу. Да, согласен. Тут вот его гробница, кстати. Вон, видите, фейс. Так, что это такое у нас? Что за птичка? Она даже не опознается никак, на удивление. Ни как хорошая, ни как плохая. Мост накрылся. Должен быть другой путь. Так, ну что, дружок, будем думать, как пройти это дело. Ага, вот тут можно пробежаться. Хм. Ай, блин. Пахнет серой. Или это несет от меня? Пахнет серой. А если пахнет серой, то тут, чтобы это все на воздух не взлетело, не дай бог. Вообще будет хреново. Там можно пробежать? Давайте посмотрим. Там, кажется, можно пробежаться. Вот здесь, например. И вот здесь. Да-да-да, сейчас попробуем забраться. Мост, да, накрылся, к сожалению, поэтому приходится Джейсону побыть в шкуре Лары Крофт. Так, давай. Давай. Блин, как же все-таки красиво, да? Смотрите, обалденно. По крайней мере, мы видим свет. Это говорит о том, что выбраться кое-как Джейсон, наверное, сможет. Все мы это делаем ради того, чтобы друга спасти, да?
Классно. Вот это, как говорится, друг познается в беде. Смотрите, как интересно сделан свет, да, отражение. Почему-то с этой стороны оно есть, а вот с этой стороны его нет. Там, видимо, как-то свет падает, не знаю, по-другому. Так, ну что, давайте используем уже в последний раз, я так понимаю. И найдем уже сокровищницу его погреба. Так. Угу, чудесно. Так, тут есть что-то интересное, давайте глянем. Так, вроде по бокам ничего нету. Ладно, идем внутрь. О, боже, сколько мы всего уже проделали. Что-то какие-то звуки, мне не нравятся эти звуки. А, такое ощущение, что Джейсон Ах ты, ебаный варан. Духни. Смотрите, это Свэк. Как он эпично застрял. Крокодил Гена, куда мы с тобой пойдем сегодня? Не знаю, Чебурашка. Блять. Не могу, ну серьезно, очень забавно. Так, мы уже так глубоко под землю ушли, что... Блять. Гори огнем, блять. Нет, я же... Сука, нет. Я смотрю, что варанам как-то похуй на огонь. Сугубо. Чудесно. Так, ну что, с этими тоже покончено. К сожалению, я не знаю, что они там патчами своими фиксят, но... Части тела этих варанов застревает. И я думаю, что не только к варанам относится, но и к другим тоже. Ну что, вот его саркофаг. Прям как у египтян, смотрите. Как фараон. Угу. Где-то здесь кинжал должен быть, наверное. Вот так. Наконец-то, блядь. Ой. Бегом, сука. А что там такое? Ой, блядь. Нет, я хочу жить. Я хочу жить, говно. Давай. Быстрее, ублюдок. Быстрее. Так, отлично. Фух, это ловушка была на случай того, если кто-то захочет скрыть его саркофаг. Это интересно. Вот это забавно. Так, ну что, можно порадовать уже Бака, да? В этот раз мы нашли наконец-то кинжальчик этот. Фух, жесть какая. Тебя нет. На этот раз нет. Ты нашел? Нож? Гробницу? Да, нож у меня. Я иду. Встретимся у меня. Хорошо. Грустное воссоединение. Почему-то так называется. Идите в дом Бака. Давайте переместимся в дом Бака. Где он там? Его дом. Угу. Магазин Бэттаун. Перемещаемся. Кстати, я наверняка могу сейчас прицел купить, кстати, а потом уже к Баку пойдем. Потому что надо повесить коллиматор на это дело. Хотя можно попробовать и оптику. А можно коллиматор. Сейчас посмотрим, что там будет. Что нам по деньгам больше подойдет, то, наверное, и возьмем. Так. Продаем. Что у нас есть, да, немножечко? Да, конечно. Деньги есть, это хорошо. Штурмовые винтовки, да? F, ага, вот тут вот. Оптический прицел. Или давайте оптику повесим. Мне кажется, очень даже будет. Угу, вот это да. С оптикой я чувствую себя намного лучше. Так, не то. Покупаем все боеприпасы, которые нам нужны. И купим сейчас броник. Хватит? Черт, $1 не хватает купить бронежилет. Это печалька. А знаете, что мы сделаем? Мы шкуру продадим сейчас. Шкуру варана. А шкура варана, шкура собаки. Все, нам теперь хватит на броник. Сейчас зайдем и купим его. Угу. Чудесно. Все, идем к Баку теперь целенаправленно. Я, в принципе, все сделал. Так, он, значит, там находится, да? Сейчас попробуем добраться туда. В этой зоне... Неправильно. Неправильно. Ага, вон там можно подняться, смотрите. Вот здесь мы сможем подняться и там по водопадику пройти уже. Сейчас так и сделаем. Так. Что у нас есть? Ну, давай, я хочу посмотреть.
Давай, 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 разрешай мне уже. А, тихо, 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 тихо. Мы пропустили очень важный воспитательный момент. Вот что надо было взять. Вот это дело мы берем и сейчас готовим, потому что у нас мало, в принципе, медикаментов как таковых. Так, раз и два. Все. Все, я могу смотреть. Нет, еще нельзя, смотрите. А, до сих пор нельзя. Так, он на той стороне находится. Сейчас перейдем по мосту. Это сделать, в принципе, несложно. Так, ну что, смотрите, вот наша новая пушка. Вот такая вот оптика. Честно сказать, я... Не очень мне нравится этот прицел, но... Лучше, чем ничего, по крайней мере. Так. Да, оружие тут добротно сделано, красиво. И самое интересное, что это не лагает. В принципе... Так, мы пропустили опять... Лагов как таковых я не замечаю. Вообще, сколько играю, ни разу не было. Вот это дом бака, оказывается. Смотрите, сарай какой-то, ёпта. Так, ладно. Ты нашел его. Ладно, давай сюда. Сначала кит. Ладно. Он за дверью. Нужно отдать должное китаёзам. Когда они режут тебя, они делают это кроваво. Представь, что тебя им убили. Все равно, что быть убитым пером Шекспира. О, Кит. Прошу, хватит, прошу, умоляю вас. Я больше не вынесу. Джейсон, вытащи меня отсюда. Умоляю тебя, умоляю. Ты должен вытащить меня, друг. Я тебя вытащу, Кит. Да? Обещаешь? Обещай мне. Да. Кстати, насчет этого. Я ведь щедр, да? И я бы хотел отблагодарить тебя, знаешь, правильно, по-мужски. Ты сказал, что мы сможем уйти. Не-не-не-не-не. Я вообще сказал, что Кит пойдет с тобой, но ты никуда не пойдешь. Мы выйдем отсюда! Ты выйдешь, когда я разрешу. Ой-ой-ой, говноед в трусах, ёпта. Люблю мясо с кровью. Я тебя прошу, блядь. Сейчас, я так понимаю, очень эпично будет. Тихо, тихо. Нет. Это хреново. Ну что? Когда дерешься, никогда не нужно давать волю своей злости, ненависти. Этого не должно быть. Любой... Мастер, учитель вам скажет это, что во время боя гневу, ненависти, злости вообще не должно быть никакого значения придаваться. Так, ну что, мы его убили в итоге-то? Достал тебе. Эту штуку можно теперь эти цитри отнести будет. Уверен, что он мертв. Все будет хорошо. Пойдем со мной, я знаю безопасное место. Чудесно. Сейчас мы отправимся обратно к нашему докторишке. Смотрите, Кита освободили, Дейзи освободили, Лиззи свободна, тот белобрысненький корефанчик тоже наш свободен. Осталось еще найти братца нашего, я думаю. Какие-то странные вещи происходят. Лиза и Оливер здесь. Теперь и ты. Постой. Не говори им об этом, хорошо? Ладно. Мир сошел с ума, друг. Думал, смогу сделать все сам. Не вышло. Ты еще отойдешь от всего этого. Я не смогу. Я найду Райли. И мы быстро вернемся в Санта-Монику. Райли мертв. Прости. Он пытался бежать, и его пристрелили. Кит! Мне жаль. Кит! Боже! Нет, Райли! Привет! Братан, что с тобой? Долго рассказывать. Поможем ему. Они убили его. В
вас и Хойд, ублюдки. Одного брата не хватило, я их достану. Всех. Клянусь. Джейсон, что случилось? Райли мертв. Тебе нужно это пережить. Останься здесь, я помогу. Я могу помочь просто тебе. Не приплетай сюда нас. О чем ты говоришь? Мой брат погиб. Я должен справиться с этим сам, ладно? Ладно. Я буду здесь. Да уж, конечно, жалко Брайли. Смотрите, получается, старшего убили, младшего убили. Остались только мы, получается так. А, покиньте пещеру. Хорошо, тут делать вроде бы больше нечего, хотя... Почему это нечего? Давайте посмотрим, что это за... Мы уже один раз пробовали, нас так хорошо уштырило. Съешь меня, Брейн, я красная пилюля. Я отправлю тебя в мир приключений. Сейчас посмотрим, что там за мир приключений будет. Интересно же. Очень интересно. Я найду их. Так, у нас есть очки навыков. Давайте качнем. О, у нас 3 очка навыков. Нихренашечки. Я вам скажу, довольно-таки много. Паучок, что ты, паучочек, мне даешь? Зоолога качать пока нельзя. Автоматически обыскивайте. Вот, что мне надо. Автоматически обыскивайте. Бля, вот нельзя это было сразу открыть. Я вот не понимаю, честно говоря. Так, уже намного лучше. Так, это заперто. Нажмите C, чтобы провести подкат. Это у нас есть. Что у нас тут? Продвинутая первая помощь у нас тоже есть. Водитель ловкач, трюк с гранатой есть. Полевой хирург. Целебные снадобья. Хорошо, давай. Ну и цапельку прокачаем всегда под прицелом. Угу. Так. Ну тут я не знаю. Тут уже, знаете, чисто... Давайте вот этот прокачаем. Чисто на любителя. Так, ладно. Найдите в клубе Райли. Давайте найдем его, где он. Ух, да, о, да. О, да. Забавно. Твою мать. Ладно, нам тут не на писечки смотреть надо. Надо Райли найти. Где он тут? Райли, ублюдок. Классный клуб. Там два американца начали разборки в сортире. А, разборки в сортире, два американца. Идем. Где сортир? Сортирный. Может, это не о Райли и Китти? Диджей Рейден, дуб! Джейсон, а мы с этой останешься? Ну да, эй, брата моего не видел? Кепки? Ага. А, в сортир пошел с твоим другом. Ты скажи ему, тут девочки дорогие. Черт, спасибо, увидимся! Твою мать, что вы делаете тут? Так, он ее зажимает, она, видимо, что-то не ведется. Боже, какие у нее пальцы, я пошел. Так... Ладно, идем сюда. Поцеловал, плати. Она меня за задницу лапала. Мое мнение. Пусть сама платит. Доллары! А то хана! Да не буду я платить! Чел! Друг, не заводись, ладно? Вот деньги. Райли, заткнись и принеси мне пиво. Ты как не мужик. Что? Кейт, остынь, вернемся внутрь. Эй, без драк, ты обещал. Как скажешь. На других наезжайте, ребята. Эй! Здоровяк пусть платит! Отвали, мудила! Думаешь, ты лучше нас? Да, а что? Это наш район, не твой. Опасно ходить, еще пора. Еще посмотрим. Мажоры, видимо, видите, разбираются как Трелизона. Я так понимаю, это все воспоминания, видите, кусочками. А Джейсон это все вспоминает. Сейчас мы проснемся где-то там возле водички в этой пещере. Нас, как обычно, накрыло. И все. Так. О, да. Я бы еще там позажигал с этими кисками, да, думает Джейсон, которые там на шесте крутились, как змейки молодые. Давай, вставай уже, нет тут никого. Нету никого. Заметили, что каждый раз мы просыпаемся в разных местах. Сначала где-то вот там возле воды было, теперь на этой лодке, которую Дейзи пыталась починить... Забавненько. Ну что, друзья, выходим отсюда. Наших друзей тут... А, нет, есть друзья. Так. Можно еще вас есть. Смотрите, можно дальше посмотреть. Но я думаю, что в следующий раз мы сюда вернемся. Еще не раз посмотрим. Воспоминаний явно много. Так что...
Джейсону есть о чем вспомнить, тем более брата убили. Так. Отнесите кинжал Цитре. Вот, что мы будем делать уже в следующей серии, друзья. Поэтому пока-пока. До скорых встреч. Меня зовут Олег, а мы проходим Far Cry 3. Пока-пока.